Бокс с подарками и предсказаниями. Приветствую, друзья! Уже не первый раз я на моих каналах делаю обзоры тех наших уникальных подарочных боксов с предсказаниями и сувенирами. И этот выпуск про те подарки, дары, предсказания, которые предоставила нам удивительная рукодельница. Зовут ее Аннушка Умелица. Я обязательно оставлю ссылочки на нее вокруг этого видео, в инфобоксе, в описании, в комментариях. И, друзья, про что это все изобилие таких сувениров и подарков? Аннушка – одна из мастеров, которая предоставляет нам для наших боксов с подарками и предсказаниями вот такое многообразие предметов ее рукодельного творчества. Или просто сувениры, которые она посчитала нужным и правильным предоставить для нас. Смотрите, пожалуйста, внимательно, и вы поймете, как получить в подарок без оплаты абсолютно в подарок что-то из этого изобилия предметов. И давайте пройдемся по моментам. Кстати, убеждена, что Аннушка непременно придет в комментарии к этому видео и на Ютубе, и в Телеграм-канале, и ВКонтакте. Поэтому вы можете задавать ей вопросы, что это, для чего это. Я знаю, что Аннушка, она обладает уникальными, редкими знаниями о том, какая символика, нанесенная каким образом, на какие предметы, какой результат в нашей жизни сможет дать. Поэтому уверена, что вы сможете с ней проконсультироваться на эту тему. Итак, здесь мы видим некоторое количество таких очень-очень нежных, приятных цветов из ткани, конечно, авторской работы. Некоторые из них упакованы, цветовая гамма разная, как вы видите. Ну и, кстати, вот такие вот милые сувенирчики. Это вкуснейшие конфетки, я уже попробовала, и очень ароматные чаи. Кстати, чай Аннушка нам предоставила в нескольких вариантах, вот в этих мешочках, другого аромата, такие смеси чаев. Знаю, что Аннушка делает чай, так же, как и мы. В нашей мастерской тоже вы можете всегда посмотреть для себя ассортимент разнообразного чая ручной работы. Также у Аннушки вот такие вот сверточки-тыковки. Уверена, что она разъяснит нам, для чего нужны такие обережные предметы, а я уверена, что они обережные. Также здесь есть вот некоторое количество чертов палец, вроде бы он называется. Есть какие-то украшения. Я уверена, что Аннушка их делает либо самостоятельно, либо делают эти украшения какие-то ее знакомые мастера. Также, вот мне, кстати, очень понравилась такая изящная боха, эксклюзивная штучка. Это браслет из невероятно такой приятной ткани. И тут, по моим ощущениям, это вышивка ручная. Да, вышита вручную. Видимо, какой-то знак. Пусть Аннушка нам подскажет, что это за знак. Тут есть еще некоторые такие предметы, явно бижутерия по, там, ювелирного какого-то свойства. Это, вероятно, лента в волосы. Кстати, вот есть такая тоже косичка с такой вот бусиной, похожа на лулу. Подставка под благовоние. Здесь у нас массажер антистресс, большое количество разнообразных обережных кукол. Вот я уже делала вам такие проводочки, обзоры. Такая вот милашка мне очень понравилась с косой. Кстати, тоже восхитительный мужчина с рулем. И также разные, вот вы видите, да, ангелочки тут есть обережные, всевозможные помощницы. И обратите внимание на особенную часть
этого изобилия. Вот такая вот деревянная плашка в малюсеньком мешочке. Трудно передать через видео, как благоухают эти плашки с мешочками. Уверена, что здесь нанесены какие-то авторские смеси из эфирных масел. Вот, кстати, одна из визиток Аннушки Емельяновой. Делайте, пожалуйста, себе скрин и обращайтесь к ней за консультациями. И можно заказать какие-то ее творческие предметы. Вот видите, на визитке указано, что она делает аромадиагностику, терапия каменными и масляными эликсирами, индивидуальный подбор камней, ароматов, телесной практики. Следует сказать, что это далеко не самый большой и полный список того, что Аннушка, умелица, рукодельница, делает и сотворяет в жизни. Кстати, она проводит еще и мастер-классы. И действительно, я время от времени обращаюсь к ней за эфирными маслами, которые у нее всегда есть в наличии, в достаточном количестве. Недавно я, кстати, Аннушка, если ты смотришь это видео, я тебя просто безмерно благодарна за то, что ты откликнулась на мой запрос и выделила мне из твоей коллекции невероятно любимое мной масло, эфирное масло лотоса. Я теперь еще более счастливая, кайфующая девушка, женщина, потому как масло лотоса для меня это просто, ну, такой какой-то волшебный, сказочный афродизиак или энергетик, как сказать, в общем, что-то, что сильно меня бодрит и расслабляет одновременно, и еще и дает мне такую более яркую жизнь, ощущение более красивой такой реальности с этим эфирным маслом. Поэтому, друзья, уверена, что Аннушка прокомментирует, что это за аромат нанесен вот на эту плашку. Тут их довольно много, таких мешочков ароматизированных натуральными маслами. Обратите внимание, как изящно, как с какой любовью и теплом Аннушка создает свои рукодельные предметы. Вот это, кстати, сумочка из драпа, тоже с вышивкой, видимо, вышита вручную. Одним словом, друзья, всю эту невероятную красоту вы сможете получить для себя в подарок рандомно. Вы не будете знать, что именно будет в том боксе с предсказаниями, который мы сейчас формируем для фестиваля «Косой переулок», который пройдет 20-21 мая 2023 года, естественно, в городе Санкт-Петербург. Также описание и ссылочки на фестиваль я оставлю вокруг этого видео. Следует сказать, что Аннушка – это лишь одна из мастеров, кто предоставляет нам в такие боксы с предсказаниями свои предметы рукоделия и творчества. Также предоставляет свои предметы еще интересный и мною глубоко уважаемый мастер Веста Романская, которая делает метелки ведьмовские и всевозможные. Кстати, Веста также делает вот такие вот лулы и другие украшения авторские она делает. Также будет часть коллекции от тоже моего любимого мастера. Это Альфа из Казани. Вы увидите. Потом еще у меня будут обзоры на эту тему. Также Светлана Денисенко предоставляет свою коллекцию. Надежда Обухова и так далее. Ну, естественно, дорогие друзья, конечно, и я тоже вложу в каждый бокс подарки от меня. А какие вы от меня можете получить подарки, вы знаете сами. Я всегда тоже очень щедрая. Очень люблю подарить что-то весьма интересное. И обратите внимание, что таких боксов с предсказаниями будет около 1000 штук. Следовательно, друзья, все, кто придет на фестиваль магии «Косой переулок»
в городе Санкт-Петербург 20-21 мая текущего 2023 года, вы непременно получите в подарок такой инфобокс, и в нем будут и подарки, и сертификаты, и предсказания. И все это вы получите абсолютно без условий, просто в подарок за то, что вы посетили этот любимый всеми нами фестиваль, этнический фестиваль «Косой переулок», который проводится уже много лет. Вы знаете, что я традиционно принимаю участие в этом фестивале, и в этот раз, естественно, тоже буду там присутствовать. Вы сможете со мной, кто не знает меня, познакомиться, увидеться лично. Ну, понятно, что вы сможете получить вот такой вот инфобокс с предсказаниями. И также, друзья, я привезу еще несколько премьерных колод, колоды, рунические наборы, колоды оракулы, колоды метафорические карты. Мы сейчас вам приготовили несколько новинок, и вы сможете на этом фестивале «Косой переулок» прийти и протестировать, как работают эти наши авторские колоды. На сегодняшний день в моей школе уже более 25 колод создано, тех, которых раньше не было в мире. И уже много лет люди тестируют, используют наши колоды и с большим удовольствием пишут отзывы, насколько это говорящий, работоспособный, качественный мантический инструмент. И я вам, друзья, на фестивале «Косой переулок» предложу познакомиться и уже с традиционным ассортиментом наших авторских колод, и с новинками. Кстати, если хотите предварительно знакомиться, то вы можете найти на моих каналах, на Ютубе, ВКонтакте, в Телеграм-канале. Вы уже сможете найти видеообзоры. Я вам могу дать ссылочку на наш каталог наших колод. И, конечно, я буду проводить мастер-класс на тему новой профессии био-таро и мастер новой мантики. Всегда участие в фестивале «Косой переулок» подарочное, вход свободный, без оплаты. И всегда участие в мастер-классах, основных мастер-классах фестиваля идет также без оплаты. И есть только дополнительное расписание семинаров и мастер-классов, которые идут платно. А основная программа идет для вас, дорогие друзья, в подарок, так же, как и наши подготовленные боксы с предсказаниями от моей авторской школы «Апраксиной Лады». Так что рекомендую, конечно, подписаться на мой канал, поставьте все там колокольчики, лайки, напишите в комментариях. Кстати, очень интересно, что вам понравилось из этих предметов, что бы вы хотели получить для себя. Вот тут, смотрите, есть надписи «Березовый кап. Сила женственности». А тут у нас набор из можжевельника. Такой аромакулон в виде сердечка. Ну, тут, в общем, кое-что вы и сами видите и понимаете из того, что представлено. Итак, друзья, ждем вас на фестивале. Готовим вам шикарные, на мой взгляд, боксы с предсказаниями. Я убеждена, что когда вы откроете ваш бокс и увидите, что у вас там внутри за подарок, любой подарок, который вы получите внутри этой коробки с предсказаниями и с сюрпризами, будет отвечать, дорогие друзья, на ваш вопрос или запрос сейчас текущего момента вашей жизни. Наши боксы устроены именно таким образом. Кстати, я в описании оставлю еще ссылочку на то, как выглядели инструкции по применению наших боксов с предсказаниями, которые мы делали на предыдущем фестивале. Обязательно посмотрите. Почему? Потому что в предыдущем видео есть также подарки для тех, кто не был на том фестивале, но просто посмотрев мое видео с инструкцией, как взаимодействовать с боксом предсказаний,
вы найдете для себя несколько полезных и классных дистанционных подарков, сертификатов. Там есть акции, бонусы, скидки и предсказания. И всегда с вами на связи Апраксина Лада с берега Черного моря, река Шипси у нас тут рядышком, кто-то уже знает и видел мои выпуски с берега этой горной реки, с берега Черного моря. Всем чудесного дня и увидимся на фестивале. Пока!